Рестайлинг настиг кроссовер Renault Kaleos на 4-м году производства. Внешних изменений немного. Улучшены материалы отделки салона, усовершенствована мультимедиа AirLink 2. Установлены более удобные кресла с выдвижными подколенными секциями, а спинка заднего дивана регулируется по углу наклона. В Европе Kaleos продается только дизельным. От младшего мотора 1.6 отказались еще в прошлом году. И теперь единственный 2-литровый мотор Energy уступает место паре новых дизелей Blue DCI. В России Kaleos обновится только в следующем году, и наша линейка моторов едва ли изменится. Сейчас кроссовер продается в России с 2 бензиновыми атмосферными моторами и 1 турбодизелем. С 1960 по 1963 год Aston Martin построил 19 купе DB4 с кузовом Ателье Загата. То были трековые машины, каждая с индивидуальными особенностями. Теперь модели решили буквально переиздать. Под капотом рядная бензиновая шестерка в гоночной спецификации. В трансмиссии 4-ступенчатая коробка передач и самоблокирующийся дифференциал. В салоне спортивные кресла и амалогированный FIA каркас безопасности. Aston Martin выпустит ровно 19 новоделов, но в честь столетия фирмы Загата продавать их будут только в комплекте с еще не показанным современным суперкаром DBS GT Загата. Пара машин без учета налогов обойдется в 6 миллионов фунтов стерлингов. Известна и российская цена – 762 миллиона рублей. В ближайшие выходные реплику DB4 покажут на гонке 24 часа Лимана, но близко подойти не дадут, чтобы публика ненароком не повредила легчайший алюминиевый кузов из листов толщиной всего 1,2 миллиметра.